Напутствие в преддверии большого дела. В Иванове состоялась встреча с волонтерами благотворительного марафона «Ты нам нужен», который начнется 31 марта. В крупных торговых центрах у апельсинометров будут стоять добровольцы. Их задача – зазывать прохожих сделать доброе дело, внести посильный вклад на дорогостоящее лечение детей с ограниченными возможностями здоровья. За 10 лет, на протяжении которых проводится благотворительный марафон «Ты нам нужен», семейных историй с счастливым концом накопилось больше 700. Символично, что 11-й благотворительный марафон «Ты нам нужен» проходит в год добровольчества в России. Школьники, студенты вузов и колледжев, члены волонтерских организаций. Общей сложности добровольцами марафона «Ты нам нужен» в этом году станут 500 человек. Это своеобразный рекорд. Причем есть как опытные волонтеры, так и новички. Ну, я волонтерил от колледжа, я волонтерил на много спортивных мероприятий. Мне выдалась возможность поволонтерить здесь. Это мне показалось очень интересным. Когда людям помогаешь, на душе становится тепло. Трудиться волонтеры будут по выходным с 11 часов дня до 4 вечера, а по будням с 5 до 8 вечера. В среднем смена одного волонтера составит 1,5 часа. Задача волонтера в том, чтобы вот апельсинометр, который стоит, куда люди вносят свои пожертвования, стоять около этого апельсинометра и, так сказать, призывать людей к тому, чтобы они пожертвовали. То есть в этом году это будет такая речевка, что дорогие жители и посетители города Иваново, примите участие в 11-м благотворительном марафоне «Ты нам нужен», поделитесь долькой добра. Вот. Самое главное – следить за этим апельсинометром, чтобы с ним ничего не случилось, чтобы весь марафон прошел благополучно. Поощрение за проделанную работу всех добровольцев пригласят на вечеринку. Кроме того, они получат запись в свою волонтерскую книжку о проделанной работе и безмерную благодарность за неценимый вклад в доброе дело. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.